привет! Это обзоры от Mob.ua, и с вами, как всегда, я Трэш. Сегодня мы устроим небольшой летсплей на пугающую игрулинку, вышедшую на Android, под названием Real Horror Stories, что можно перевести как «Реально страшные истории». Начнем. Итак, я в лесу, с дерева что-то капает, похожее на кровь, а рядом стоит что-то похожее на кормушку. Сейчас я на нее нажимаю. Ага, это домик для свечки. Даже у свечки есть своя квартира, в отличие от меня. Клацаем на дерево и... кукла. Черт. Да что происходит? Фото девочки. Она наелась черники. Ей было этого мало. Дай 5, квест выполнен. Так, что у нас дальше? Обычная плачущая на лавочке бабушка. Наверное, недовольная своей пенсией. Так, я могу нажать только на качельку. Нажимаю. Ага. После чего раздается детский смех. Нажимаю. И снова. Интерактивная качелька. Призрак девочки. Смеется. Опять она ревет. О, голова настоящая, что ли? О, бабушка перестала плакать. Что с бабушкой? Ясно. Вырезка из газеты с надписью «Беременную женщину зарубили. Убийца не найден». Это была она. Ну, как мы видим, с ней все хорошо. Она жива и тоже просто отправилась поесть черники в лесу. Итак, мы в темной пещере. Мы видим мужика без головы, подвешенного за ногу, и праздничный торт из костей. В него что-то вселилось, и он замычал своим. Чем там мычат без головы? Появились глаза в темноте. Ладно, нажмем туда. Побежали крысы. Это была безглазая крыса. Именно она смотрела на меня своими безглазыми глазами из темноты. Что за бред? Мы у алтаря, где на жертвеннике лежит живая и полностью голая баба. Ну что ж, спасибо, Господи. Я думал, что в этой пещере меня ждут одни страдания, но взамен я получу наслаждение. Ну что в данной ситуации будет делать главный герой? Я узнаю сам, а с вас и так достаточно спойлеров. Насколько я знаю, это приблизительно половина игры, и что будет дальше, вы при желании сами узнаете. Как мы видим, в игре нет особого смысла и сюжета, но пару кирпичей все же сделать можно. Если тебе понравилось видео, то ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Это был, не знаю, обзор летсплей от Mob.ua. Обзор летсплей от Mob.ua. Такая вот рифма. Ну и с вами был ваш преданный Трэш. До новых встреч и неспокойной вам ночи.